Шпицлер, немецкий дог, Ризеншнауцер, бернский Зененкон, Бульмастиф, Мастин Испаньола, Леон Бергер, Холовар, Кане Корса, Кадебо, Шнанцер Перевария сохраняет свою красоту, непоколебимость, я бы даже сказала. Только терпение. Молодцы. Кто остался? Итак, третье место занимает Мастин Испаньола. Второе место занимает Тринидадская чарта. Ура! И почетное третье место в этой огромной группе занимает... Извиняюсь, почетное первое место занимает Ризеншнауцер. Всем остальным участникам огромное спасибо, что вы ждали, не уехали.